И человек Кавакову, да, сильно распереживался, и они сразу устроили марш мира. Три цистерны с топливом для карательной армии взорвались в Харькове. И харьковские партизаны действуют, есть в Запорожье группы, в Одессе и так далее. Люди сами на нас выходят, абсолютно простые люди, не буду вдаваться в подробности, живущие там и работают по освобождению своей территории. Но главная команда, главное правило, чтобы не было гибели мирных жителей. Это четко наш почерк и наша работа. Уничтожение только... Я могу сказать, ударов по воинским частям, по предприятиям военно-промышленного комплекса.